Papillon Aisha. Papillon Aisha. Bak bizim şoförün gırdağı ağacı görüyor musun? Evet. Vay anasını. Şansını. Şuraya bak. Şimdi burada ne var bu ağacı görüyor? Ben çok merak ediyorum. Bak. Şimdi şuradan bu tarafa doğru geliyor. Ya doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yok gelmiş. Yani. Şimdi o kadar araba, o kadar araba giriyor, hiçbiri değmiyor. Şans yani buna geliyor. Ya o çok hızlı girmiş oraya. İşte ya. Orası. Yavaş girdi mi de yalan söylüyor. Çok hızlı girmiş oraya. Çok hızlı girmiş. Kesinlikle kabul ediyorum. Hızlı girdiğinde direksiyonu çevirdim, direkt alamadım diğer tarafa. Çok şöyle böyle yani yok ben yavaş. Vallahi yemin ederim dün bizimkilerle konuştum senin hakkında. Ne diyor? Oradan buradan ya diğerleriyle de konuştum da diğerler bizim işte çok güzel bir şey kullanması, etmesi hani diğer çok gezmişler yani her yerde her kaptanlarla hemen soruyorlar yemin ederim o da veriliyor mu? O da verdiler mi? Hemen geliyor o da dedim burada verdiler. O zaman diyor otele güzel şey koyar dedim hayır. Bu otele güzel koymayın çünkü verdiler ondan sonra böyle dediler. Sonra konuşuruz. Отель Папилон Айша. Макарон. Печенька мне очень нравится. Миндальный? Миндальный? Или на... Не миндальный? Подышевший? Очень вкусный. Пинья. Здесь выступления проходят по вечерам. Папилон встречает нас презентом. Это не только нас, это каждый гость может угоститься. Сразу по приезду в отель красивые цветы. Цветы живые. Да? Папилона. Из них наш Айша работает 12 месяцев, то есть он не закрывается. Он единственный раз закрывался в 2013 году, когда здесь была реновация, то есть был полностью ремонт, поменяли всю канализацию, сантехнику, абсолютно все поменяли. И это был единственный случай, когда он закрывался. Также, получается, реновация была в 2014 году, он открылся как бы новый отель.
наш отель... Девочки, прошу прощения. Вам слышно? Точно слышно? Да? Но я громко договорила. Реновация, я просто не знала, что это новое. В 2014 году была реновация. Также наш отель открыл в 2001 году. У нас есть 356 номеров. Из них, сейчас мы пройдем и вам покажем номера наши. Также из них у нас есть один президентский номер. Тоже вам покажем его. Один президентский номер, да, он двухэтажный у нас. Находится, получается, наш отель находится на первой линии, и он выходит сразу на море, президентский отель. Там буквально идти минуту, наверное, грубо говоря. Также что? Odaların farkını biliyor musunuz? Kaç tane standarttır, femelidir? Minimal kategori standart mı? Da, standart onas. Minimal kategori standart. Как размещение у нас? Размещение у нас, получается, номерах идут на 3 человека у нас идут размещения. Стандартные. Да, стандартные. Либо 2 плюс 1. 2 плюс 1 у нас идет. А площадь? 28 квадратных метров. Также у нас есть виллы. Это вот, получается, нужно вам выходить, мы вам тоже их покажем. Виллы, получается, 40 метров квадратных. А в вилле посередине максимально? А в вилле максимально посередине? Там, получается, смотрите, там есть две комнаты. В одной комнате идут одна комната с телевизором, которая самая главная. Там идут два дивана. Она тоже расстеляется, и другая комната идет одна спалка большая. И все равно 2 плюс 1, да? Нет, 2 плюс 2. 2 плюс 2, скорее всего, да, можно будет. 2 плюс 2, 2 плюс 1. Также у нас есть вот рестораны. У нас главный ресторан называется «Ангора». Он находится здесь, он работает, функционирует всегда. То есть там и завтраки проходят, и обед, ужин. Так. Также вот это у нас лобби-бар, и в данный момент у нас в общем есть 5 ресторанов, из них у нас функционирует в данный момент только 2 ресторана. Один турецкий, Шадр Ван называется, и другой Микадо. Это азиатская кухня, китайская и японская кухня. То есть там нужно будет по резервации, работает он с 7 до 9.30. Также вот насчет этих ресторанов есть... С 7 до 9.30. Он только работает с 7 до 9.30. То есть да? Нет, вечером. Эти два ресторана. А также у нас есть итальянская кухня, есть рыбный ресторан, и есть еще мексиканская. Они будут открываться с 15 мая. Будут все функционировать абсолютно. Также еще, кто будет отдыхать у нас больше 7 дней, им один ресторан, поход в один ресторан бесплатно будет. Последующие, если они захотят пойти на другой день, то это будет стоить человека по 10 евро. Бар, получается, у нас есть вот лобби-бар, есть гармони-кафе, находится спа, есть также бар-снэк, есть бар на пляже, то есть в общем у нас выходит около 5 баров тоже. Да скольки алкогольные напитки? Так, общая площадь напитки. В барах. Я извиняюсь, я просто работаю сегодня второй день. И... Как бы. Скажите, пожалуйста, по оснащению номера мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, халаты, тапочки есть? Есть, есть. Чайный набор в номере есть? Чайный набор есть, да. Утюг, аренда утюга? Утюг, кстати, у нас нельзя пользоваться утюгом. Как называется это? Прачечная, да. Она у нас есть, только в нашем отеле его нету, отправляет другой папилон, и за это занимает 24 часа. То есть, если человек хочет, например, костюм на вечер, это будет невозможно, нужно будет заказывать раньше. Потому что, видите, сейчас вот это возможно, скорее всего, примерно 15 часов будет занимать. Но, видите, летом все-таки будет людей много, и за это 24 часа она будет. В течение 24 часов. Мини-бар безалкогольный? Мини-бары, получается, есть... А? Да, и есть пиво. Два пива FS, есть две колы, есть два спрайта, вода. Да. Сейчас пройдем в номер и мы вам все покажем. Пополняется каждый день? Пополняется каждый день бесплатно. Wi-Fi. Wi-Fi у нас есть, получается, как он работает. Когда вот люди заселяются, там нужно будет ввести им mail-адрес и также пароль будет их номер комнаты. Если он не будет работать, скорее всего, бывают такие ситуации, когда
например, человек быстро-быстро пишет, и потом непонятно бывает, и из-за этого он не работает. Есть другой, да, он бесплатный, есть также и другой Wi-Fi, он тоже так же работает. Если будут какие-то вопросы к нам, вот подходит на Gestrination, и мы им помогаем. Да. Бар до какого времени работает? Бар работает? Лобби-бар работает 24 часа. Спиртные напитки в лобби-баре 24 часа в сутки? Да, да, да. Именно спиртные? Именно спиртные? Именно спиртные, да. Еще у нас есть бар наверху, мы вам сейчас тоже его покажем, он работает до 12 вечера. Также у нас такое есть, то что если какие-то дискотеки будут, то они закрываются у нас в 1, в 11.30, потому что... Да, более такой семейный отель, и из-за этого люди... То есть анимация у вас софт, правильно? Анимация софт? Анимация у нас... Без анимации у нас софт, мы... Çocuklar için de var, yetişkin için de var, gençlere yönelik de saatler arasında değişiyor. Şu an kış konseptinde olduğu için yani yukarıda yapılıyor, yazın amfiteyatro var, dışarıda orada yapılıyor. Gördüm, gördüm, tamam. Софт имел в виду то, что она такая Но сейчас у нас, например, так как более такой зимний сезон, у нас еще летний сезон не открылся, из-за этого у нас проходит наверху для детей, но летом вот откроется буквально в мае, и будет проходить вот в амфитеатре снаружи, и там есть и для детей, и для взрослых, и активная, да, вот для всех есть. Сколько бассейнов? Бассейнов у нас 5. Без нахалгуза 5 штук. Что она вот Bir tane büyük burada var, iki tane kapalı havuz var, çocuk havuzu 6-7 civarında olması lazım. 7 штук у нас есть, и для детей оно получается снаружи варьируется от 1 метра, есть 1 метр, есть 1,40, и также есть для детей 30, ой, метр, не метр, а сантиметр, да, и также есть для детей 30-сантиметровый такой грибочек. Шарик чучка узнала. Также у нас для детей бассейн подогревается, и летом, и зимой. Горочки есть? Горки. Горки, да, у нас есть 5 больших горок, и также для детей тоже есть. Аквапарк для горок подогревается? Для детей? Для детей подогревается, да. Как горки? Там бассейн, который с горками для детей греется или нет? Или только детский грибочек греется? Не подогревается, но подогревается маленький бассейн для детей и все. А интернет везде бесплатно? Интернет везде бесплатно, да, он работает. По питанию, в азиатском диспетчерстве? По азиатскому питанию. У нас детское питание есть, вот главный ресторан, получается, есть детское специальное меню, в рум-сервисе тоже есть детское меню, то есть, например, вы можете заказать, и вам принесут то, что вам нужно, там есть. И баночное, да? Да, и баночное есть, это баночное для, ну, турецкий бренд. Вот. Насчет пляжа, у нас есть свои шатры, там получается буквально на 150 человек мест шатров, первая линия. Пляжные полотенца бесплатно. Вот. Полотенце у нас бесплатно. В данный момент у нас полотенца выдают возле спа. Также скоро, когда летний сезон откроется, будут выдавать возле пляжа полотенца. Мужчины и поселения. Мужчин поселяете в одном номере одиноки? А, какие реки верну морады кровать? Да, может оставаться. Да, это что послышать. Раннее поселение. Стандарт было 2 штаны, я так возьму. Бери билетик, бери. И по заселению. Сразу, когда гости приезжают, вы разрешаете пользоваться сестру, питанием. То есть... Да, конечно, получается, они приходят на ресепшн. Там есть определенное время, то есть они должны заселяться в 2 только. И какие-то есть проблемы будут, то они могут... Стоп. Если они приехали в 8 утра, вы их накормите, дадите пользоваться всей территорией. Понятно, что поселение в 2 часа, вы дадите номер. Но до этого времени... Или они будут сидеть на ресепшн и ждать, когда... Можно будет одеть браслет и покушать? Hayır, saat 2'de geldi, en iyi şey misafirler geldi. Saat 2'de değil, saat 8'de mesela geldi. Erken geldi, kullanabiliyor tesisi, sadece oda almak için bekliyor. Да, конечно, они могут пользоваться, только они будут ждать, получается, только номер. Но они а выселение? Территория отеля. Чекаут. Чекаут 12.
Чекаут 12, но они... Например, а самолет в 9 вечера. Да, да, они тогда могут пользоваться. Пользоваться, да? Да, она сказала, что может пользоваться номер, но нужно будет выйти все-таки с номером. С не номером, а отелем. А, отелем, извиняюсь. И рестораны есть. Рассветы есть, да? У кого-то еще остались вопросы? Пойдемте посмотрим. А какие номера она покажет? Пятиэтажное здание, и мы вам покажем один номер на четвертом этаже, и другой мы покажем виллу. На улице она находится. А еще вопрос по инвалидам. Принимаете же инвалидов? Есть, у нас есть три номера да, для инвалидов. А номера коннектов у вас нет, да? Коннекты у нас есть, да. Есть? Угу. Есть коннекты, да? Да, да, у нас есть коннекты. На четвертый этаж. Поднимайтесь на четвертый этаж. Вы выходите с территории отеля, но там получается есть бассейны и сразу вот море выходит. То есть не бывает что такое, что первая линия, но там бывает дорога, например, такая, что такого нет. Да. Получается одно основное здание и сколько бунгало? Ну, виллы. Сейчас мы покажем. Да, покажем. Да. Какой номер мы сейчас будем смотреть? Мы сейчас вам покажем стандартный номер. Угу. Я прошла 457. Что не так? Вот, наверное. Номер стандарт. Давайте вам покажем, смотрите, здесь получается звоночек есть. Также вот здесь, смотрите, есть два таких выключателя. Да. Их обе нельзя, например, нажимать. Это означает то, что не беспокоит. Это вот такой табличке, нет, который нужно завешать. Это значит не беспокоит. Да, это красное. А это значит, что нужно убраться в комнате. Вот. Что хорошо. Можете проходить, раз и смотреть. Да. Вид из окошка можно? Вот и я хочу. Это будет стандартный номер. Каждый номер. Обалденный вид с окна. Стандарт. Кстати, курить в номерах нельзя. На пепельнице стоит. На балконе можно, да. Потому что не все люди, например, любят курить в номерах. Набор? Ручку. Тут такая заборная хуйня. Да, сторона правая. Заходим, выходим. Пойдем, покажем. Спасибо. Много имеется. Набор косметики, умывальник, два стаканчика, имеется фен, зеркало, унитаз со встроенным биде, имеется душ. Все прошли, да? Нет. Так, я хочу сфоткать, а можно? Давайте я выйду. Все. Она, по-моему, туда пошла. Она вот туда пошла. Кто? Она? А дальше идти за ней? На ресепшн. На первый этаж спускаемся. Все. Сейчас, да. Пойдем на ресепшн. Отель Папилон. Здравствуйте. Так.
Туалет убран. И достаточно достойный. Всегда смотрим, как обустройство идет общественного туалета. Не совсем правильно выбран мрамор для умывальников. В нем есть налет. Сейчас поведут по территории. Вам сфера похода территорию, а в той стороне находится? Номера будем смотреть? Да, у нас вилла осталась. Хотите посмотреть? Да. Хорошо, давайте. Так давайте сфера посмотрим виллу, да? Хорошо. Нет, мы виллу будем выезжать. Давайте территорию. Территорию, да. Алано. Вы хорошо знаете, да? Нет. Ну, получается. Все говорят, что как, откуда знаешь так русский? Ты знаешь уверен? Отлично знает. Лучше, чем русские знают русский. Давайте, догадайтесь. Хорошая комната. Я не за того. Я ну даже хочется как-то нужен. Отель Папилон Айша. В отеле есть тренажерный зал. Летняя площадка, летний ресторан. Ресторан очень большой. Чем кормят на завтрак в отеле Папилон? Мы сейчас посмотрим. Имеются детские стульчики. Стандартный турецкий набор. Натуральный мед, соты, варенье. Сладости, рахат лукум. Сухие завтраки. Всех видов. Здесь делается яичница, омлет с наполнителями. Вот омлет, вот наполнители, которые вам предлагаются. Панкейки с шоколадом, блинчики, яичница, еще что-то, лаваши. Наши парнетти, разного рода булочки, слойки, очень много выпечки, бургер, это бургер, да? Хули? Бургер. Чиз. 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 Кошки. Слоечки, каша,
молочные, вермишель, яйца, картошка, фасоль, сосиски, омлет. В отеле хватает еды, то есть голодными вы не останетесь, уровень завтрака весьма высокий, достойный. Я думаю, что можно спокойно ехать в этот отель, сервис хороший, номерной фонд классный, мне очень понравились номера. Сейчас мы быстренько посмотрим, что у нас здесь по бассейнам, я уже вижу горочки, то есть я думаю, что будет весело. Анимация в отеле Soft. Отель только запускается, начинает принимать посетителей. Это бассейн. Бассейн огромный. Заплыв. Мини-аквапарк. Горки. Если вы хотите поплавать, позаниматься спортом, то в большом бассейне имеются как бы дорожки. Обратите внимание, большие длинные дорожки с большой протяженностью. Сцена, на которой происходят вечерние представления. Турция славится представлениями вечерними. Напротив сцены имеется бар. Классный пляж. Я не пойду на пляж. Я пойду посмотрю на понтон. Посмотрите, строится понтон. Сейчас задам вопрос, относится ли он к ним. У них есть понтон тоже. Их не... Пляжи здесь все одинаковые. В этом отеле будет хорошо заниматься, если вы едете в какой-то фитнес-тур, потому что имеется много полей для того, чтобы вы могли прямо на берегу моря заниматься спортом и фитнесом. То есть, если кто-то формирует группы фитнес-туров, то добро пожаловать в Папилон, если цена вас устроит. Отель действительно высокого уровня, хорошего сервиса, и вполне можно получить все виды удовольствия, при этом поддержать свою спортивную форму. А нас интересует отдых с детьми. Будем надеяться, что это русскоязычное население. Кстати, то, что я говорил про фитнес, посмотрите, пожалуйста, вот вам и фитнес-тур. Здравствуйте. А вы отдыхаете или... Нет. У вас фитнес-тур или... Это не фитнес-тур, это у нас утренняя гимнастика на каждый день происходит. Ага. 10-15. То есть каждый желающий может прийти заниматься, да? А диету вы расписываете для скидывания веса и так далее? Если нужно, можно. Без проблем, да? Если спрашиваю, да. И заодно гоняете всех, чтобы... Стараемся. Спасибо. Хорошо, давайте 3, 2, 1. Здравствуйте, а вы говорите по-русски? Don't speak, да? А говорите по-русски? Нет? Жалко.
А вы говорите по-русски? Да. Как вам отдыхается в отеле? Хорошо отдыхается. Уберите, как? Да, хорошо. Ну, есть какие-то недостатки? Ну, здесь хороший сервис. Недостатки – это узкая территория. Узкая территория, там все, да? Хорошо. Так, человек не захотел говорить на камеру, поэтому я потом затру лицо. Ну, из недостатков только узкая территория. Детский клуб. Детский клуб. Как в него зайти? Опа, и мы на территории детского клуба. Детки. Здравствуйте. Можно посмотреть? Да, да, конечно. Скажите, у вас аниматоры все говорят по-русски? Я... Для детей, я имею в виду. Здравствуйте. Доброе утро. А скажите, в детском клубе воспитатели на русском языке говорят, да? Да, как видите. Да. И можно оставлять ребенка у вас, допустим, с какого по какой возраст? Если вот родители хотят погулять где-то там без ребенка. Можно оставлять с 4 лет. Это вы оставляете, они играют со всеми. Если до 4 лет, можно на бебиситинг оставлять тоже с няней. Это платная услуга. Платная услуга с няней, да? Да, так мы работаем с 10 до 12, до 1 и с 1:30 до 5 вечера. Спасибо. А с какой компанией? А? Отпуск 24. А, реклама. Рекламный тур, да. Так, детки, веселятся, есть горочки. Смотри, какая красивая какая. Так, ну пока перелезем. Ой. Опа. Так. Все для детей. Здравствуйте. В отеле много иностранцев. Я вижу спортзал, большой тренажер, много тренажеров. Я бы туда, конечно, хотел бы забраться, но, к сожалению, нас ограничено по времени. Я уже не могу сюда попасть. Так. Лобби потрясающее, отель очень достойный. И очень зеленая территория. На этом у меня все. Друзья, я вас обманул. На самом деле это еще не все. Отель Папилон Аиша имеет своего рода территорию с виллами. Это ввиду Кремлина территория слегка. Она находится перед ресепшн. Нет, я люблю сидеть балкон, хороший вид через лестницу. Мне нужно вот такие террасы, например, не такие террасы. Тогда в туалет. Селектируем какой-то парень бассейн. Там есть второй, третий, четвертый, четыре бассейна. Но центральная часть, на заднем, вот эта вилла, там находится Select Villa Restaurant. Для объект. И там тоже бар есть. Там есть два концепта. Два концепции. Select Villa Restaurant для объект. Еще паб. Ну, паб, знаете, да? Вот такие beer house, как называется? Пиво, разные пива с питанием или картошка фри. Ну, вы поняли, вот такие бавярские, такие. Вот.
ganze Селектина там находится наша 4 девикс вилла. Потому что Папионаж единственная гостиница, которая есть. Президентская вилла, которую вы видели, одна вилла. Рядом пляж и 4 девикс вилла здесь. Вопрос есть у вас? Разница, вот эти вилла, девочки. На одном этаже один номер, да? Да, получается. Один номер. Первый, второй этаж. Здесь клима, или как называется? Кондиционер. Кондиционер. Не центральный. Сиплит. Или как называется? Вы можете сами регулировать, да. А вот там, получается, в отеле, там... Климат-контроль. Кондиционер и как бы у нас... Центральный. Все хотели, там всегда. Вы, я могу вам сказать, когда вот это бунгало всегда далеко из главного корпуса, но я понимаю, что клиент переживает. Пожалуйста, дорогая, не надо говорить, а неправильно. Но вот через лестницу, дорогие друзья, коридор – это шоппинг-центр. В конце шоппинг-центра там находится наш главный ресторан. Mm-hmm. Просто хочу показать, что у нас гостиница очень-очень компактная. Или, как вы говорите, уютно. Посмотрим сейчас. Хорошо. Давайте, Айнара, открывайте нам. Можно территорию сниму пока? Нужно. Нужно? Нужно. Спасибо. Пожалуйста. А вы мне потом покажете номер, пустите? Успею? Можно? Так. Это территория с виллами. Очень красиво. И до главного ресторана действительно близко. Готовится к запуску фонтан. И мы видим ресторан. Вот он накрывается. Впоследствии тут будет фонтан и бегущий ручей. Вода будет бежать. Реально, когда находишься на территории, хоть это и за пределами ресепшн, но это какой-то такой уютный островок. Ты чувствуешь себя реально вот VIP-гостем. Это нечто потрясающее. Я не знаю, камера отразит это или нет, но люди, которые здесь живут, я уверен, что они получают массу удовольствия от отдыха. Здравствуйте. А вы говорите по-русски, да? Да. Как вам отдых в отеле? Хорошо. Есть какие-то недостатки? Может, не совсем уборка вовремя делается. Не вовремя? А вовремя это как? Ну, наверное, нужно до обеда там что-то. А они когда делают ее? Пока сейчас еще. Но делают. Ну, мы только второй день, так что особенно. Как питание? Нормально. Нормально, да? Развлечения для детей? Ну, наши дети уже не интересуются. Я понял. Спасибо. Откуда вы? Киев? Мы тоже. Украина, инфатур, турист, турагент. Я зайду через балкон. Вилла? А, хорошо, хорошо. Как вам удобно? Это номер какой? Это вилла, называется Select Villa. Вилла, а номер? 637. Нет. Select Villa, да? Select Villa номер, так и называется? Или... Стандарт. Стандарт. Select Villa так и называется, да. Угу. Можете просмотреть, тут два мини-бара. Ты тоже хотела бар? Не, я хотела комнату. Так иди. Так, это у нас мы зашли сейчас с балкона, получается, комната. Это гостиная, да? Это гостиная. Диванчики раскладываются оба, да? И здесь можно просто положить? Да, можно вот положить они, то есть они раскладываются или просто вот застеляются? Как мне сказали, то, что он застеляется. Они не раскладываются. Значит, это вот то полноценное место будет скажите, да. Такого рода. Убирать, здесь если иметь... убрать подушки, она будет больше. Этого достаточно. Так, здесь телевизор, здесь бар, здесь, да? Здесь получается мини-бар, ой, извиняюсь, вот с этой стороны. Мини-бар? Угу. Угу, точно есть, такое же точно стандартное такое же, да? наполнение. Угу. Там получается кола, спрайт, фанта, пиво. Ага. Так, и здесь еще одна комната. Кровать огромный king size. Телевизор.
И здесь также имеется мини-бар. Здесь также, да. Ну, я понял, да. Все, не надо открывать. Так. Санузел. Ага, на два умывальника. Имеется унитаз. Мочалки, имеется даже душ. Даже на мочалке есть. Так, есть даже мочалочки. Да. И набор косметики. Набор косметики. Ну, конечно, могу сказать, то, что он лучше, чем был в стандарте. Ага. Побольше, видите? Да, вижу, да. Фен. Да. А, надо выйти туда, да? Я залез просто через балкон. Сокращение пути? Да. Так. Нет, давайте это. Конечно, водички попили и поехали дальше. Давай тогда, это ваш автобус, да? Да. Хорошо. Да. Обменяться тоже можно, да? Да, пожалуйста, нужно. А у вас сколько человек? 26. Спасибо. А вы откуда? Киев, да? Киев, отпуск 24. Тогда... Как? Отпуск 24. 24? Да. Из Турции. Желаем здоровья, хорошего сезона. Ждем, конечно. Ой. Это вот. Это ваше. Ждем вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы ждем визитку вашего комплекса, да? Мы были в отеле Папилон Айша. Вот. Добро пожаловать в Турцию. Ты принесла?